get rid of knowledge and leave that. So how we can achieve nishtha? Как мы можем достичь ништху? Это описывается в Писаниях. Вот в этой шлоке. Нашта прешта бадришу. Тям Бхагават Севая. Нашта прешта бадришу. Для того, чтобы достичь ништхи. Она... То есть она, это значит неблагоприятные вещи. Нам не нужно. На что Бадришу? Вот эти вот неблагоприятные вещи, они почти ушли. Как это возможно? Нитя Бхагавата Севая. Необходимо служить Бхагавате. А нитям, значит, постоянно, каждый день. Нитям Бхагавата Севая. Существует два вида Бхагавата. Первый Гранта Бхагават. И второй это Бхакта Бхагават. Гранта Бхагават. Есть два. Первое это читание Бхагават. И второе это Шримад Бхагаватам. Читание Бхагаватам описывает игры читания Махапрабху. То есть это игры Махапрабху не так много, но так или иначе игры Господа. И в читании Бхагавате, и в читании Чаритамрите описывается игры читания Махапрабху и других инкарнаций, нитям Бхагават Севая. Если вы получите милость Шримад Бхагаватам, тогда для этого сначала нужно начать читание Бхагаваты. Без читания мы не сможем получить милость Шримад Бхагаватам, если мы не получили милость читания Бхагаваты. И поэтому говорится, что Шримад Бхагаватам Праманамамалам. Объясняется, что Шримад Бхагаватам это наилучшее доказательство. И наши предыдущие ачарьи, они вот эту вот шлоку цитировали. Если кто-то совершает поклонение Бхагавану, тогда он получает милость Браджавана. И тогда возникает вопрос. Браджа Нандан Шьяма Сундар, он находится со Шримати Радикой. Тогда он постоянно бегает, и Шримати Радика спрашивает его, куда ты идешь? И тогда Шримати Радика, она очень разумная. И у нее есть Рупа Манджари, Рати Манджари, Рага Манджари, другие Манджари. И она говорит, вы можете посмотреть, куда вот этот вот черный он идет, но будьте очень осторожны, чтобы он не заметил вас. И тогда они говорят, не переживай. И тогда Рупа Манджари, она идет. И там очень прекрасная река. И Кришна, он проводит время там. И Рупа Манджари, она видит его. И она приходит и говорит, о, Свамиджи, ты не можешь представить, что я увидела. Я увидела очень, очень красивое место. Река очень медленно течет. Там Ямуна, она меняет свой цвет со своего обычного черного на белый. И там растет манго, джекфрут, кокос. И Кришна проводит там время. И Шримати Радика говорит, хорошо. И она говорит, я тоже должна проявить такое место, тогда Кришна, он не будет ходить туда-сюда. И тогда Шримати Радика проявляет Навадвипадхаму из своего собственного сердца. И он также называется Радаван. Или Нававан. И он проявлен Шримати Радикой.
То есть тот, кто поклоняется Шримати Радхике, тот может получить милость Радхавана. И говорится, что тот, кто приходит в одно место в Вриндаване или в Навадвипе, то он оказывается в другом месте, в другой дхаме. Наротам Такур говорит, завтра его день ухода. Прем Самудра, океан Премы, там глубоко. И Чайтанья Махапрабху оставил свою прему там, в этом океане, отправил туда народом Дас Такура. Но Кришна прямо находится здесь. Зачем нам Навадвипа? Зачем идти в Навадвипу? Если кто-то совершает поклонение сыну Враджа, то есть Кришне, есть три Пуруши в этом мире и три Пурушоттама. Каруна Дакшай Пуруш, Гарба Дакшай Пуруш, Кшира Дакшай Пуруш и три Пурушоттама. Марьяда Пурушоттама — это господь Рамачандра. Он принимает рождение в династии кшатриев. Тогда Лила Пурушоттама — это Шьямасундар Шри Кришна. Он принимает рождение в династии пастухов. И тогда Према Пурушоттам, это Шри Чайтанья Махапрабху, он принимает рождение в династии брахманов. И вот это слово в этой шлоке указывает на Шри Чайтанья Махапрабху. Первое — это и вот эта шлока говорит, что тот, кто совершает поклонение Чайтанья Махапрабху, тот может получить Кришну. Но тот, кто не поклоняется Чайтанья Махапрабху, никогда не получит милость Кришны. Потому что Махапрабху, он был Кришной. Он принял настроение Шримати Радхики и ее цвет тела. И он является гораздо более милостивым, чем Кришна. И вот три сатья, значит, я говорю правду. Кришна говорит, без милости Шримати Радхики никто не может достичь моей милости. Милость Кришны зависит от Чайтанья Махапрабху, и милость Шримад Бхагаватам зависит от милости Чайтанья Бхагаваты. Таким образом, есть Бхакта Бхагават, Гранта Бхагават. Мы можем получить милость Гранта Бхагаваты через Бхакта Бхагавату. Мы должны читать Бхагаватам, находясь возле лотосов, возле вайшнавов. По-другому невозможно. То есть три вида Бхакта Бхагаваты и два вида Гранта Бхагаваты. Три вида Бхакта Бхагаваты. Нирдхут Карша, Мурчит Карша и Бхагават Паршада Деха Прапта. Нирдхут Карша.